10 дней назад я поступила себя без движения лица. За 10 дней Тицуно Михайловна поставила меня на ноги. Я улыбаюсь, могу целоваться. Здесь есть такие люди, которые запустили вот это движение, и теперь не знаю, что грозит. Я очень благодарна своему врачу. Уже абсолютно не было никаких движений. Да. Обратилась я сюда без движения абсолютно левой стороны. Конечно, был шок. Мне сказали, что так может и остаться, если вовремя не обратилась бы. Но как мне сделали капельницу, если меня сразу госпитализировали, Тицуно Михайловна сразу мне прописала курс. И вот где-то, наверное, на пятый, на четвертый день у меня уже стали появляться движения в области рта. Глаза еще нет, но у меня как бы рот не улыбался, глаз там не закрывался. Такой прям мимики совсем не было. Вот. Поползло. И вот она где-то вот, она мне сказала, что на 10-й день все будет нормально. И вот так и произошло. Улыбаться я улыбалась вот так, одной стороной. Ну вот это как бы вообще была немая. И глаз только вот этот закрывался, а это как вставной был. Ну вот, все нормально сейчас. Уже могу улыбаться вовсю. Поэтому очень-очень-очень благодарна.